Сегодня, уважаемые друзья, сегодня мы презентуем у нас новый экономический проект Вологодского района. Это Вологодские луга, продукты от фермера. Действительно, у нас на территории Вологодского муниципального района более 50 товаропроизводители, это и фермеры, и сельхозпроизводители, которые производят настоящий, экологически чистый и на самом деле вкусный продукт. Поэтому мы вот сегодня даем старт этому проекту и приглашаем всех сюда на эту выставку, чтобы действительно все могли на самом деле убедиться в том, что это качественные продукты. Ну и еще хотелось бы сказать, наверное, что мы не только говорим о возможном экономическом потенциале Вологодского муниципального района, это и экотуризм. Многие из производителей, они готовы, соответственно, предоставить такую возможность посетить именно свои предприятия, пожить, посмотреть, поработать, потрогать, ну и безусловно, попробовать наши экологически чистые продукты. Поэтому всех приглашаем в Вологодский муниципальный район.